как все это? Как это произошло? Это просто шок. Просто шок. Таксист. Яндекс.Такси отказался меня вести, говорит. Вы неприятный. Так мне и сказал. Он просто подонок. Водитель просто подонок. Как неприятный. Ну как сейчас, например, стаканом кто-то из съемочной группы стучит. Есть люди, вот, знаешь, не соблюдают культуру, знак и вежливость. А здесь просто мне отказались в такси. Так ты жалобу написал вообще? Я написал, я звонил, я журналистам. Я Малахову звонил, Лене Лениной, говорю, ток-шоу. Это не формат, это не тема, пока нет. Нет, сейчас вирус, про это не будем, как мы делаем. Вот ты мне как, Жень, скажи вот свое мнение. Тебе так сказали, ты неприятная, мы тебя не повезем на такси. Ну я бы... Ну я прям промеж глаз бы дала. Ну ты... это шок, это... а потом обвинят. А потом меня обвинят, что я, да. Бьют, скажут. Ну не дала бы, конечно, я не знаю, но я бы расстроилась.